меня просто есть на Петрошевку, прекрасная квартира, там столярка по минимуму. Да, косметический ремонт. Но там этаж пятый, но крыша не течет. Угу. Ну, конечно, мы с вами завтра можем поехать вместе, да? Да, да. Извините, да. Хорошо, хорошо. Я тогда записываю вот этот ваш телефон и подскажу, в какое время я тогда буду в том районе. Хорошо, все. Все, до свидания. Спасибо, спасибо, да. Угу. До свидания. А ты где была? Ты опять пила? Господи, что на тебя надето? Какой, господи, мама, я обносила. Человеческие трупы. Будто они еще куда-то бежали, росли, на что-то надеялись, но катастрофа случилась так скоро, так внезапно. Но они сами не поняли, как.
Смерть вложила их на асфальт. Я схватила мамину руку, почувствовала, она тоже знает, что это наш последний день, что наступил конец. Конец всего. Шестер закрыли, мы увидели Лену. Мертвую ворону. И мы признали еще немного, она исчезнет, растворится в белом камне времени. Она была такая тощая, что, глядя на нее, мы думали, от чего она умерла впервые? От голода, холода или, может быть, от инфаркта? На всей земле. На всей земле никого больше не было. Только я, мама, мертвая ворона. Так было хорошо. Правильно. Очень-очень правильно. Yeah.